Всем привет, вы на канале «Правильный выбор», и герой этого обзора – электрическая варочная панель Ханса BHCI-66706. После просмотра поделитесь своим мнением в комментариях, а также поддержите канал лайком. Чтобы не пропустить следующий обзор, подпишитесь на канал и включите колокольчик. Ссылки на выгодные цены и полные характеристики оставлю в описании. Электрическая варочная поверхность выполнена в черном цвете, она обладает строгим дизайном и сможет вписаться в интерьер. Вы останетесь довольны приятным внешним видом и отличными характеристиками. Варочная поверхность оснащается четырьмя конфорками. Панель выполнена из стеклокерамики, она обладает повышенной прочностью, за ней легко ухаживать в дальнейшем. Конфорки отличаются по диаметру, можно подобрать подходящую для приготовления блюд. Индикатор остаточного тепла сообщает о том, что зона нагрева все еще остается горячей, несмотря на то, что она уже выключена. Знак остаточного тепла H перестанет гореть, когда температура поверхности опустится ниже 50 градусов, и больше не будет риска обжечься. Данная функция является одной из самых полезных с точки зрения безопасности. Ширина встраивания варочной поверхности 56 см, глубина 49. Вам не придется выделять много места на кухне для установки. Функция блокировки не позволит вашим детям самостоятельно включить зону нагрева и убережет от ожогов. Блокировка также не позволит изменить параметры в процессе работы устройства, поэтому вы сможете спокойно заниматься вашими делами в то время, как панель работает на нужной мощности. Сенсорное управление дает возможность удобно и быстро выбрать мощность нагрева, задать время приготовления или включить блокировку от детей. Поскольку никакие элементы не выступают над поверхностью, уход становится очень простым и быстрым. Для вас важно, чтобы яйцо, сваренное всмятку, не превратилось в яйцо, сваренное вкрутую, тогда воспользуйтесь таймером на варочных панелях Ханса, задайте необходимое время работы. Когда время истечет, зона нагрева автоматически отключится. Во всех стеклокерамических варочных панелях и плитах производитель использует лучшую стеклокерамику от немецкого производителя Schott-Ceran. Инновационный процесс производства делает керамику Schott безопасной, эффективной и надежной. Автоматика закипания – эта функция идеальна для приготовления блюд, которые сначала требуется быстро довести до закипания, а потом равномерно тушить или жарить еще какое-то время. Варочная панель с данной функцией автоматически понижает температуру зоны нагрева по прошествии заданного времени, нужного для закипания. Функция поддержания тепла предназначена для подогрева уже приготовленных блюд. Выбранная зона поддерживает температуру до 65 градусов по Цельсию, благодаря чему готовое к употреблению горячее блюдо не изменяет своего вкуса и аромата и не пригорает. Технология нагрева Highlight. Эта технология пришла на смену всем давно знакомым блинам и быстро завоевала сердца покупателей. Вольфрамовые спирали заменили лентами, которые расположены под стеклокерамикой. Нагревается лента всего за 10 секунд, а ухаживать за такой панелью стало гораздо легче благодаря гладкой поверхности. В целях безопасности каждая зона нагрева оборудована системой автоматического отключения. Максимальное время работы определяется в соответствии с выбранной мощностью нагрева. Если в течение длительного времени мощность не меняется, то соответствующая зона отключается и появляется индикация остаточного тепла. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас расскажу о них, сначала отрицательные. Панель лопнула после 2 месяцев использования. Виден срез стеклокерамики рядом с металлическим кантом. Поддавлен край уплотнительной резинки у края плиты. Поверхность привередливая. Автовыбора ширины зоны нагрева нет. Теперь перейдем к положительным. Простота и удобство. Прочная поверхность. Устойчивая к механическим повреждениям. Защита от детей. Лаконичный дизайн. Наличие таймера. Стильная, безопасная. Приобрести эту модель по выгодным ценам вы сможете, перейдя по ссылкам в описании. Смотрите и другие наши ролики, а чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Любой отклик приветствуется, расскажите ваши впечатления в комментариях и не забудьте поставить лайк. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».